Сегодня я нахожусь на Красной Поляне. Посмотрите, какая красота кругом. Зашла луна. Там за горой зашло солнце. И розовые блики солнца украшают небо. Фантастика. Чудо. Чудо из чудес. Горы бесподобные. Я нахожусь в Русской Швейцарии. Это маленькая долина. Долина, которая сегодня уже к вечеру, посмотрите, нарядилась вся огоньками, которые придают всей этой картине праздничное настроение. Завтра вот туда, где горы, мы поедем кататься. Снежные долины спят во мгле ночной. Это об этом месте, это о Кавказе. Смотрите, какая красота. А вот там на горе, сейчас я увеличу. Вот огонечки. Это канатная дорога. Канатная дорога, которая ведет к самой вершине. И люди там катаются, смотрят на эту замечательную красоту. Будьте на моем канале, смотрите репортажи, любуйтесь этой красотой, которой любуюсь я. Всего вам доброго и до свидания. С вами была Наталья Шадрина.